Сегодня тест вот этих двух слуриков, матирок, как правильно сказать. Значит, на одной здесь написано 10 тысяч, на второй 15 тысяч. Но это натирки из Metal Master. Вот. Я увидел, значит, когда их, о, 10-15 тысяч, ну, классная вещь, наверное, вот купил их. Ну, теперь посмотрим, протестируем. Значит, их тестировать будем натирать вот на этом камне, японский камень, очень твердый, суспензию, ну, алмазной пластиной практически, да, это из него очень тяжело выбить, поэтому он будет как бы матрица у нас вот для вот этих суриков. Они, кстати, натираются моментально, значит, дают вот эту суспензию и работают очень быстро, очень абразивные. Вот. Но есть подозрение, что там нету 10 тысяч. Значит, тестируем бритвы, вот это ритоку японской. Значит, что мы сделаем? Она, в принципе, заточена вот на натуральном камне. Вот. Но я сделаю доводку на 10-тысячнике. Мы посмотрим микроскоп, а затем вот этими натирками поработаем и сравним. Значит, ну, не знаю, по 100, что ли, где-то движение сделаем. Вот поверхность такая после 10-тысячника. Ну, есть риски, значит, какие-то, видимо, или не убрались от предыдущей заточки. Вот, но на самом деле поверхность камня, о, зеркальная. Так, это после 10-тысячника, что мы имеем? Так, теперь берем нашу вот этот вот камень, матрицу, значит, натирку 10 тысяч. Слегка смачиваем. Так, и вот моментально, то есть здесь связка очень мягкая и моментально, вот смотрите, то есть буквально 2 секунды и все, и суспензия. Так, ну давайте будем пробовать. Кругов по 100, наверное. Но абразивность такая чувствуется высокая. Так, вот такая поверхность после слурика Metal Master на 10 тысяч. Ну, что-то на 10 тысяч вот явно не тянет. Явно не тянет. Значит, что мне понравилось? Высокая абразивность. Так, что-то фокус. Увеличение большое. И поэтому тяжело фокус поймать. Вот где-то по 100 кругов с каждой стороны. Потом еще где-то 50. Так, ну вот такая поверхность. Ну, не знаю, не тянет на 10 тысяч. Хотя, еще раз повторюсь, мне понравилась абразивность Так, высокая. теперь опять берем наш базовый камень, матрицу, и уже берем вот слурик 15 тысяч. Точно так же приготавливаем суспензию. Но опять вот суспензия, ну, моментально, там, я не знаю, секунда и все. То есть связка мягкая. Значит, 15-тысячник тоже где-то пройдемся по 100 кругов.
Посмотрим, что у нас получилось. Значит, я тоже здесь вырезать. Так, это после 15-тысячного слурика от металла мастера. Нет, конечно, тут 15 тысяч не пахнет. Даже 10 тысяч не пахнет. Ну, непонятно. Вот он. Мне кажется, он крупную риску как бы вычистит. Вот. Но это никак не какая-то финишная доводка. 15 тысяч тут, ну, непонятно.